дайте другое доказательство теоремы о сумме углов четырехугольника, разрезав выпуклый четырехугольник двумя диагоналями на четыре треугольника. Ну, дело не хитрое. Он сейчас намекает вот на что. Если у нас есть произвольный выпуклый четырехугольник, то можно сделать так. Можно провести одну диагональ, вторую диагональ и сказать, чему равна сумма вот этих углов. 180. Этих тоже. Про каждый треугольник мы с вами говорим, что вот у этого сумма углов 180. Дальше, ну я не знаю, как уже отмечать, у меня кончаются обозначения. Ребят, ну в общем, понимаете, да? И так далее. Для каждого треугольника 180. А какие лишние углы? Вот эти вот лишние, правильно? Значит, надо взять 4 раза по 180 и отнять 1 раз 360. Победа? Да.